Губка Боб. Я готов. Я кое-что забыл. Вот теперь я готов. Даже Спанч Боб. Я-то хочу пойти перчатный мир. Мне лучше встретиться с Патриком, пока он не забыл, какой сегодня день. Или кто я такой? Так. Может быть, эффект немножко. Что-то как-то звук странно. Так. Приходи, когда подзвонит твой будильник. У меня жесткий график восхитительного сна. Найдите способ добраться до Сэнди у ее купола. А зачем нам до Сэнди? На твоем месте я бы не ходила туда, Губка Боб. Впереди на дороге ужасная пробка. Что? Тогда как же все наслаждаются едой в Красный Краб? Никто не наслаждается, убедись сам. Я застрял здесь вместе с владельцем конкурирующих ресторанов помойное ведро и Красный Краб. Похоже, это идеально возможная часть съемки документального фильма о лучшем ресторане Бикини Боттом. Отличная идея. Фильм о том, как вкусно кормят в помойном ведре, соберет миллионы. А, знаешь, я имею в виду Красный Краб. Никто не пойдет в помойное ведро, если только не захочет спросить дорогу. Тем не менее, оригинальные официальные лица все еще выясняют, откуда взялись гвозди, за которые случилась эта авария. Может быть, мистер Крабс поможет найти виновника? На днях ему привезли грузовик с гвоздями. Наверняка он все знает о гвоздях. Ха-ха-ха, это же он. Разве нет? Из-за него все. Как сделать прыжок? Ага. Оу! Ой, нифига себе. Проверьте, нужна ли Сэнди помощь. Это мне тоже будут пить. Пока я не могу драться, да? Привет, Губка Боб. Ты проснулся раньше, чем Питу, страдающий бессонницей. Как насчет небольшого утреннего карате? С удовольствием, но нужно будет подложить что-нибудь мягкое, Сэнди. Мы с Патриком собираемся провести замечательный день в перчатном мире. Не хочешь с нами? Спасибо, но этой белки перчатки ни к чему. Я лучше буду наслаждаться тонизирующими упражнениями и резиновыми уточками. Ну, если у тебя есть немного свободного времени, ты мог бы помочь мне очистить мой двор от старого хлама. Для тебя все что угодно, Сэнди, я готов вывести все. Берите мусор вокруг древесного купола. Мы потеряли уже одни трусы. Так, как сделать вращательное... А, ну все, спасибо. Мы все сделали. Молодец, Губка Боб. Мой двор выглядит так же классно, как мех на лягушке. Спасибо за помощь. И повеселитесь с Патриком. О, будильник прозвенел. Так, ну что-то... Тут что-то прям совсем уж... Все рассказывают, как для детей. Мне кажется, мой любимый Бикини Боттом. Самое наидеальнейшее место во всей вселенной. Дом для моих друзей и воспоминаний. А, в этом как называется? Который вроде Бикини Боттом первая часть называлась. А там было... Вроде сразу мы прям... Могли все разрушать. И так далее. Доброе утро, лучший друг. Ты готов к перчаточным приключениям? А как же? Я не спал всю ночь, притворяясь, что у меня есть руки. Спустя какое-то время, типа, да? Спустя время.
Короче, давай быстрее загрузка. Тут что-то совсем все по-детски пока. Патрик, смотри, классные ребята. Привет. Вот бы мне тоже быть крутым. Эта повозка за вещи появилась из ниоткуда? Кому какое дело? Все еще недостаточно круто. Могу я это взять? Что? Это старый кусок? Магии и таинственности? Позвольте представиться, меня зовут мадам Кассандра. Я хранительница давно утраченных сокровищ Семи Марии. Для тех, чей бюджет ограничен. Волшебное пузырчатое мыло. Вдохни жизнь в свои мечты. Говорят, что с этой помощью, с помощью этой уникальной вещицы, создающей пузыри, вы сможете стать кем хотите и получить все, о чем мечтаете. Ваше желание доплывет до самых небес. Жаль, мои никогда не доплывают. 1 час спустя. Я хочу... Нет. Я хочу... Нет. Я хочу... Мыльные пузыри. Хорошо, это желание моего лучшего друга, который обожает мыльные пузыри. Пусть у Патрика будет самое крутое приключение в его жизни. Мыльные пузыри. Разве нельзя хотя бы один день провести в тишине и покое? Как я могу писать свой новый шедевр, когда вы, клоуны, постоянно хихикаете у меня по духам? Я желаю, чтобы искусство Сквидварда наконец-то оценили по достоинству. Что это вы затеяли? Подожди-ка. Я желаю, чтобы весь мир увидел, какая Сэнди замечательная. Спасибо, Губка Боб. Клёвый пузырь. 3 часа спустя. Эй, Губка Боб, что значит это надо? Только те, у кого невинное сердце, могут использовать силу русалочьих слез. Наверное, то, что мне было суждено найти это пузырчатое мыло. Эй, стой, тут еще. Собственность царя Нептуна, не для смертных. Использовать экономно и с осторожностью. Что происходит? Это веселуха. Постоянно что-то происходит с Спанч Боб. О нет, Патрик, что мы наделали? А это Патрик такой? Кто мог подумать, что волшебное зелье таинственной гадалки из захудалого вагончика может привести к таким последствиям? Да, это было совершенно непредсказуемо. Постой, Патрик, ты тоже пузырь! Хотелось бы. Если бы я был пузырем, я бы мог делать классные вещи вроде таких? Таких. И таких. Видишь, Губка Боб? О, я и правда пузырь. Возможно, именно поэтому в последнее время я чувствую себя таким вздутым. Мы должны найти наших друзей и убедиться, что с ними все в порядке. Перейти в зону затопления. Чекпоинт. Хорошо, что Сквидвард такой уравновешенный, иначе он мог бы расстроиться из-за этого. Это скелеты сидят. Мой камень, мой прекрасный огромный камень! Все, что осталось, мои... О нет, мои огромные стикеры тоже пропали. Как же я тебе вспомню, что нужно купить еще стикеров? Не волнуйся, Патрик, я уверен, что эти стикеры где-то здесь, или тут, или там.
все? Как сделать супер удар? Чего? Блин, это неудобно на контрол. Наверное, надо было подключить геймпад, но уже ладно. Похоже, совсем сломалось. Так, драться я могу. Ага, она не активна, да? Подожди-ка, возможно, все это безумие – результат одного из неудачных экспериментов с Энди. Держу пари, это она во всем виновата. Я так не думаю, Патрик. После экспериментов с Энди всегда остается запах желудей. Желудей, а здесь пахнет только губкой и пузырчатым мылом. Ну да, это хорошо. Отлично. Так. Вроде можно зайти. Странно. Дом среди кажется более влажным, чем обычно. Я думаю, нам еще нужно найти верхнюю половицу. Вроде сказал половицу. Ой, Спанч Боб, Спанч Боб. Натворил делов. Так, как сделать скольжение? Ничего не поняла. А, надо зажать спейс. Всё, теперь поняла. Теперь поняла. А-а-а, чуть-чуть. О, он мне помог. Больк. Да блин. Неудобно! Подождите. Это неудобно. Неудобно, неудобно. Так. Не, только не Красти Краб! Чем теперь будут питаться отважные жители Бикини Боттом? И без мистера Крабса кто поможет им облегчить свои кошельки? Я должен это исправить. Ой, это что такое? Убери от меня свои липкие руки, я слишком умен, чтобы вот так погибнуть. Спасите планктона. Да мы умеем делать это. 500 раз. Опять контрол. Вы многоклеточные идиоты. Благодаря вам весь Бикини Боттом погрузился в хаос. Мой ресторан опрокинулся, а наш бедный маленький цап пропал. Вы могли хотя бы привлечь меня. Это, знаете ли, в моем вкусе. Верно. Нет, прости, Пантан, мы все исправим. Вы должны исправить это, прежде чем кто-то, кроме меня, сможет воспользоваться этой неразберихой. Верно. Почему ты повторяешь одно и то же? У тебя снова жесткий диск глючит. Но... Не, верно. А! Сюда, мои маленькие путаники. Ах ты ж стерва. За тебя же все это. Так, куда там можно отправиться? Все, хана красит корабль. О! А почему у меня хп уменьшилось? Интересно. Ой, сюда лучше не подходить. Давайте. Ой, подожди, трусы. Еще трусы. Отлично. Ну давай, мадам, расскажи нам. Мои очаровательные милашки, вы пережили это бедствие.
О, мадам Кассандра, мы просто веселились, но случайно использовали слишком много вашего волшебного пузырчатого мыла и разрушили бикини-ботом, и теперь все наши друзья исчезли и повсюду жили, и я скучаю по своему мишке Гэри. Это слишком идеально. Это не просто желе, Губка Боб, это космическое желе. Клей реальности. Твоя феерия пузырей, должно быть, проделала дыры во вселенной, выдавила желе наружу и отправила твоих друзей в новые странные миры. Сначала я так подумал. Ты должен принести мне как можно больше желе, чтобы я смогла изучить его и помочь все исправить. В конце концов, я тоже частично виновата в том, что случайно дала вам такое сильное зелье. В этом есть смысл. Вопросов нет. Отлично. Теперь прыгайте в порталы, которые открылись по всему городу. Я могу использовать немного желе, чтобы шить для вас космические костюмы, каждый из которых связан с одним порталом. Чем больше желе вы принесете, тем больше порталов мы сможем пройти. Вы готовы? Я готов. Давайте спасем бикини-ботов от преднамеренных, но разрушительных последствий наших собственных действий. Так, он в... Вестерн, да? Ищи портал, который подходит твоему костюму. Как только ты найдешь своих друзей, ты сможешь использовать эту волшебную пузырчатую палочку, чтобы вернуть их домой. Воспользуйтесь магазином, чтобы покупать костюмы Губки Бобу и переодевать его в них. Открывайте костюмы, проходя сюжетную линию, собирая дублоны и выполняя побочные задания. Приобретайте открытые костюмы с помощью космического желе. Магазин может зайти в любое время через меню. Ах, мальчик, я, наверное, чувствую себя ужасно из-за этого, да? А, это... Вот... Так, карта... Ага, вот костюм. Ой. Я просто хочу посмотреть, что здесь. А, ну здесь все. Так, секунду. Так, мне звонили, пришлось срочно ответить на звонок. И я еще случайно в самое начало ехала. Сейчас покажу. В общем, карту тут нажала и вот на вот это. Я думаю, что это такое? Это, оказывается, телепорт. И меня в самое начало игры перенесло. Поэтому пришлось бежать заново. Так, это что такое? О! The Krusty Krab pizza is the pizza for you and me. Так. А, он не питает? В чем смысл в водонапорной башни? Наверное, это башня, которая показывает, что ты находишься под водой. Это глупо, но мне все равно. Так, соберите стикеры. О, тоже ломается что-то. Тут ХП, но нам не надо. Так, ну пойдемте. Пойдемте в первый портал, хоть глянем, что там. Один из наших друзей может быть с другой стороны этого портала. Давай, Патрик, мы должны их спасти, это наш дружеский долг. Ой, сейчас тут сломаю. А, ну зажать. Ух ты. О, лошадка. А это такой, что ли? Это уровень на лошади? Или что?
А, ну все. Похоже, пока остались. Ой, прости, партнер, я ищу своего приятеля, мистера Крабса. Примерно твоего роста красный любит деньги. Проблемы с Крабом, да? Думаю, вам стоит поговорить с шерифом Монтафе. Монтафе, а что это такое? Так. Поля медуз дикого запада. Ага, тропа медуз, долина морских коньков. Ага, разыскивается мистер Крабс. Что-то он уже успел наделать. Я не понимаю, зачем Кассандре нужна эта штука? Единственное, что я делаю, жрет, это бутерброды с медузами. Ай! Если она говорит, что желей может вернуть нам наших друзей, типа так и надо сделать. Бульк? А это что такое? И чё? Ой, тихо. Нет, туда я дальше не пойду. Надо думать быстрее. Змеюка где-то есть, слышу. Ты ж гадина какая. Что там, Губка Боб? Что ты видишь? Воду? Соду? Содовую воду? Что ты видишь? О, ракушки! Какой он маленький, мы там не поместимся. Почему мы такие большие? А он не маленький, Патрик. Нет, он просто далеко, очень-очень-очень далеко. Это миссис Пафф? Ну, спаси на Патрик, это миссис Пафф. Если кто-нибудь знает, где мистер Крабс, так это она. Не спрашивайте, откуда я знаю. Я смотрела Спанч Боба. Ага, тут надо... Надо ее как-то подключить. Непонятно пока как. Ладно, бежим дальше. Тут куча всего. Я опять слышу змею. Ну, конечно, эта часть вообще разнится с первой, с бикини-ботом. Так, у нас чекпоинт, отлично. Sticky sweet. Давай, цепляйся. Кактусы какие-то. Я надеюсь, туда вообще иду, нет? Что этот багаж делает посреди пустыни? Я думаю, он выпал из кареты. Я думаю, что он выпал из кареты, миссис Пафф. Да вот же опять разыскивается.
The Red-Handed Bandit. Так, как сделать пузырная кнопка? Ага. Ой, тихо. Интересно. Так, а для чего нам желе? Можно их теперь этой штукой, да, поковать? I feel like I've had several near-death experiences on this ranch before. Yeah, it's the Wild West for you. Блин, вот это. А. Да блин. Фигово без прицела-то бить, когда ты не видишь. Миссис Паффа, ранчо. Так, больше мы не можем взять. Приветствую вас, незнакомцы. Вы пришли сюда пешком. Это крайне опасно. Вы можете высохнуть в одно мгновение. Я раздуваюсь от одной мысли об этом. А я раздуваюсь, если поем улиток. Привет, меня зовут Губка Боб. Зовут Губка Боб. А это позовет Патрик. Мы ищем нашего друга, мистера Крабса. Но его могут звать не мистер Крабс, он может путешествовать под другим именем. О, например, Джереми. Или Петуния. Или Капитан Кловс. Или Рональдо. Крабс без имени, да? Краб, спрашивайте в Монте-Фе. Туда попадают все, у кого ничего нет. Не могли бы вы нас туда подвезти? Это школа верховой езды, а не такси. Однако, если вы пройдете мой тест, вы сможете добраться туда самостоятельно, получив лицензию на езду. Проходили, знаем. Мою собственную лицензию! Когда будешь готов, встретимся у морского конька. Посмотрим, смогу ли я остаться на нем... Смогу ли я оставаться на нем весь путь до Монте-Фе? Блин, опять задание. Эх, школа. Миссис Пафф. Все мы знаем, что Спанч Боб не может пройти это. На фиг сути побегу, это все разобью. Прям столько народу. А, это финиш, что ли? Ага, я думала, меня дальше не пускают. Нет. Снова кнопка, но я ее опять не могу нажать. Да блин! Вы издеваетесь? Чуть в водичку попал. Это же вода! Что это? Плохого ничего для него не делает. Не знаю, здесь труселя, значит. Сейчас все соберем и пойдем. Так, туда выше можно еще забраться. Так. Ох, нифига себе тут надо. Там какая-то монетка. Ладно, не будем терять времени зря. Давайте попробуем. Миссис Пап, я хотела сказать, учительница, я должен признаться, что я уже проходил через подобное, и я не всегда хорошо сдаю тесты, так что не могли бы вы пропустить эту часть? Чепуха, Губка Боб, небольшое родео никому не повредит, если он выживет. Все? Готово? Как сделать галоп морского... А, машин. Спанч Боб, jump!
Я думал, мне чуть-чуть надо пробежать. Ай, какая неуправляемая лошадка. Ой, чудом проехали. Ой, задели. А, это хпшки. Слушайте, вот это капец, конечно. Блин! В смысле? А, это все? Это так и надо? Дорогой, у тебя 6 очков. И 7. Мне не хватило всего одного очка. А можно повторить тест? Было так весело. Может, не надо? Нет, в этом нет необходимости. Я не знала, что тебе было весело. За это начисляется дополнительный балл. Вот твоя лицензия. Спасибо, партнерша. Это его первые права. Почему я не удивлена? Вообще, это, ну, это в стиле Спанч Боба. Не думаю, что она сможет. Эта лицензия разрешает мне ездить только на морских коньках и похожих животных, за исключением... Здесь ничего не сказано о лодкомобилях. Ну, когда изобретут лодкомобиль, мне просто придется пройти тест снова. Весело. Иха! My butt is killing me from all that riding you had to do. Да блин. I'm flying! Так, о, какая-то кнопка. Фиги-то столько всего. Тут тоже какая-то кнопка. Лошадку, наверное, не надо сбивать, а то я там что-то вошла во вкус, всех сбила. Золотой дублон! Круто. Сама не знаю, что прошла. Ну ладно. Так, тут у нас чекпоинт, да, открылся. Так, пойдемте. Посмотрим, что это. Сэнди. Смотри, это Сэнди. Я хотел сказать, это шериф. Посмотри-ка, что притащила улитка. Пусть ты желтый, как горчица, но на один укус сойдешь. А, не кусайтесь, это антисанитарно. Я ищу своего друга мистера Крабса, вы его не видели? У него большие красивые стебельчатые глаза и красные... Я не на службе во время дуэли, милый. Но если ты сможешь меня победить, я, возможно, рассмотрю твое дело. Лучше раздобыть соломинку, партнер, и смотри, чтобы она была прямой. Мы устроим шоу о кактусовой... с кактусовой содовой. Нет, на свете морской твари, которая могла бы выпить больше соды, чем я. Побить тебя проще, чем ребенка. Желейные бандиты! Желейные бандиты! Тебе больше сюрпризов, чем в моих носках после песчаной бури. Если ты так взялся за этих жилиных бандитов, давай посмотрим, с чего ты на самом деле сделан. Хватай свою соломинку. А что надо было делать? А?
Все, победим. У нас закончилась кактусовая содовая. С тех пор, как бандиты этого краснорукого разбойника захватили нашу кактусовую ферму, у нас не хватает припасов. Мы не могли бы восходить на кактиновые холмы и принести нам еще немного кактусового сока. Чем быстрее мы закончим нашу дуэль, тем быстрее я смогу раскрыть дело о твоем крови. Не волнуйся, шериф. Помощник шерифа Губка Боб и помощник шерифа Пузырь Ватык займутся этим делом. Ну, вообще-то он тот самый, кто нам нужен, так что... Так что уже, как говорится, уже все не надо. Мы его найдем сами. Блин, пала. Я не люблю кактусы, усы. Они еще и некрасивые. Они зеленые, сочные, колючие. Как огурец, от которого болит во рту, когда его ешь. Не переживай, Патрик, мы выберемся отсюда, как только найдем достаточное количество кактусового сока. Похоже, он хочет вызвать тебя на дуэль. Как сделать пузырный бросок? Может быть, этот вроде как знакомый джентльмен накажет нам? Здравствуйте, сэр, я Губка Боб квадратные штаны. Мы не встречались раньше? Привет, ковбой. Эх, извини, не могу тебя вспомнить. Да я случайно подслушал, как вы говорили о том, что собираетесь заняться производством напитков из кактусов. Слабакам это не под силу. Я предлагаю вам нанять консультанта за какие-то жалкие 70% от прибыли. Я расскажу вам, где найти кактусы с самым свежим соком. Люди готовы платить за них бешеные деньги после того, как начались перебои. 70%? Это как-то подозрительно. Простите, я сказала 70, имею в виду 80, конечно же. Вот это другое дело. Идите прямо, пока не дойдете до кактиновых холмов. И не вздумайте обманывать вашего трудолюбивого консультанта. Я беру всего 90% от прибыли. Пошли, Патрик, давай найдем эти колючие огурцы. Нас обманули только что. Чё я удивляюсь? Спанч Боб. Блин. Как туда запрыгнуть, непонятно. Это что такое? Вау, это большой слингшот. А, пока мы ничего не можем с ней сделать. Ну ладно. Hey, there's a bounty. Have you seen that blasted? No, sorry. But that bandit. Focus, Patrick. We're... Этот бандит, правда же, знакомый, ну. Блин, на нем написано «Тиновый холм, шипы, смертельная жара, бандиты из печи пески». Наслаждайтесь. Ничего себе тут. Куда он ей? Ага. Funny meeting you here. Как я рад встрече. Я просто проверяю бочки, но знаете, чтобы уберечь их от бандитов. Здесь огромные прибыли, я имею в виду, а как-то срастут повсюду. А теперь бегом. Бегом. This is it, Patrick. That juicy cactus gold awaits us. Так, мы же собираем, не?
Так, что надо делать? А. Понятно. Эй, думала, можно залезть. Да куда ты? Да Иногда вообще не понимаю этой смерти тут, ну ладно. Блин, надо было вообще уж закончить. Чё там такое у нас? Блин. A vain man will break his arm patting himself. Ты посмотри, что оно разбивает. Чё я говорю? А, закачивать надо. Блин, прикольная игруха. Ну, вот такая она, что-то уж чересчур детская, мне кажется. Вот. Бикини Боттом, которая первая была, она была посложнее. Давайте тогда будем на это заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии, нажимать колокольчик. С вами была Катя, канал GG Family. Увидимся в других играх, потому что эту я, скорее всего, проходить не буду. Но посмотрим. Если вам понравится, пишите в комментариях, чтобы я ее прошла. Так что ладно, все, всем пока.